Your soul is mine. Мы продолжаем, да, в безвыходной ситуации у нас. Чуть-чуть так. Там обрыв, я помню. Вот. А, вон лежит. Осколок титанита. Смотри внимательно. На что? Там как бы черепахи. Вижу. А как отсюда опять вылезти-то? А-а-а. Понятно, теперь опять сюда. Ой, слушай, иди сюда, пожалуйста, вот подойди. Там еще чертила, блин. Да и пошел ты. Он выйти не может, ноги там скосил, блин. Ты еще и попал в меня, да? Туда, наверное, надо. Получилось, охренеть, я думал, нет. О, мудни, ой, я иду к вам. А, выносливость еще тратится по лестнице, как быстро, понятно. Я вот только из-за этого не хотел к нему идти, пошел бы он нафиг, как говорится. Он все равно возродится опять, если что-то не то будет. Короткий лук. Я уже начинаю сомневаться, что здесь есть какие-то потайные эти стены. Вот и ты попал в никуда, приятель. Бомс. Там что-то лежит. А, бляха. То есть назад опять что? Кто? А, тут стреляет. Козлятинки кусочек-то, а? Посмотрите на эту мразьку. Ну и стой там в одну харю. Я не могу сразу туда? Нет, не могу. Блин. Ладно. Ну тут жопан. Бляха, вот сейчас оно вообще еле прыгнуло. Это, короче, это походу какой-то надо ловить участок. Она на нем аж вспаривает вверх, как орлица. Или горлица. Я пересрался. Ты только в пещеру заходишь, уже слышно было звук этот. Человеческая фигурка тоже неплохо. Очень даже неплохо. А, туда типа камень упал. Здесь по-любому пишут, бесцельный впереди, короче, отступи, понятно. Нет там ничего, значит. Так, а это, походу, не гнилье. Вон там гнилье. Янтарная трава. Я хочу вообще-то взять...
Куда предмет? Доспехи полого пехотинца. Чё? Так, мужик, с тобой, походу, надо просто поболтать, я понимаю, да? Да как нафиг я сюда шел? Выхода же, по-моему, нет вообще здесь сейчас никакого. Подожди. Чужеземная куртка и доспехи полого пехотинца. Они гораздо хуже, чем... А, так это просто ватник. Понятно. Тогда все ясно. О, прошу прощения, я, похоже, немного замечтался. Ну, конечно, в грязи копаться замечтался он. Меня зовут Кейл, я путешественник, как и ты. Я странствую по континенту и создаю его карту. Почему картография, спросишь ты? Ну, это хороший вопрос. Когда я впервые оказался на этой проклятой земле, это было... говно. Да, проклятие. Что-то связанное с проклятием. Как неловко. Кажется, я стал немного рассеянным. Да уж. Но одно я знаю наверняка. Я всегда очень любил карты. Да дальше что? Я пришел сюда не так давно. Драунлинг, Затерянное Королевство звучало так романтично. Тебе доводилось бывать в Маджуле? Там есть один довольно просторный особняк. Я сделал его своим временным домом, но, боюсь, не вполне законно, понятно. Ну, как и кузнец, в принципе, там один есть тоже такой пришибленный. Так вот, в этом особняке я нашел одну карту, ничего подобного раньше не видел. Полагаю, это карта Дранглика. И вот теперь я путешествую, чтобы в этом убедиться. Да, точно, вот зачем я пришел в это королевство. Хотя, нет, не за этим. Но зачем же тогда? Боюсь, я не могу вспомнить. Разве ты ищешь карту? Изумительно, значит, ты любишь карты так же, как все. А, так же сильно, как и я. Как не стыдно, само тебе не стыдно. Нужно было сразу мне же сказать shame on you, блин. Shame on you, man. Вот, возьми этот ключ от особняка. Да, спасибо. Какая радость встретить... Невероятно, правда, такая карта высечена в камне. Да, вот еще что. Я бы не забирался вглубь особняка. Я не уверен, но кажется, оттуда донутся странные звуки. Пойду схожу, посмотрю. Ладно, что-то здесь не так. Просто будь осторожней. Хорошо. Еще? Скоро я вернусь в Маджулу. Возможно, мы еще встретимся и сможем поболтать о картах. Хорошо. Скоро я вернусь. Понятно. Все, скоро ты вернешься, я понял. До свидания. Давай, давай. Ну да, сюда тоже нельзя, вообще прекрасно. И вот только рожечку свою, как говорится, высунул, да, пушистую. Тут же цпень. Здесь что, слава, дары. То, чё, кого. Куда? А, сюда. Фух, так, а, ну, да, по лестнице. Нет, сюда мы точно не пойдем. Там что? О-о-о. Подожди, а там что такое лежит? Откуда? А как туда попасть? Очень интересно. Но без жизни, наверное, лазить так себе удовольствие, да? Но тут хотя бы со всеми
более или менее разобрались. Кто, мать его, кинулся чем-то? А, он снизу, ясно. Я так и знал, вот чмошник, а. Так, мне надо к бабке. Блин. Не, вообще бесполезно. У меня вообще без жизни всего запинает, а я не хочу камушек тратить. Там тоже не вариант. Ладно, используем. Перемещение возьмем. И все будет нормально. Красная вода. Нахрен я вышел. Надеюсь, жизни восстановились, да? Так, что-то где-то... Ага. Я не знаю, но, по-моему, надо убить вот ту заразу, которая там бегает, ящерка, но я не могу ее убить. То есть, я не знаю, чем ее зацепить-то вообще с полу. И как вообще можно по ней не попадать? Вот в чем вопрос. Ну, естественно, все опять на местах своих. Там что? Да ты не так бей. Вот. Другое дело. А, то есть его еще нельзя ударить. Вообще охреневший. Да ёб тебя в очканавус. Так. Ты где? Бляха-муха. Ну и... Да. В одиноком танце кружимся. Ну, наверное, с тобой подружимся, блин. Слезай давай. Чё ты вообще туда залез? Это мое место там вообще-то. Я пойду, короче, ладно, пока ты там лазишь, я пойду дальше схожу. Бляха-муха. Да заколебали вы тут махать свои... Не, ну две фляги, это вообще какой-то
перебор. А там что? О, тоже что-то. Ну пошли, чё. Я увидел, что за этими за мортирами этими кто-то стоит, за этими катапультами, блин, гребаными. Фу, очко-то как сжалось, а? Да сколько вас там? Охренеть. Чё забрать предмет? Огненная бомба. Все, кончились, точно. Большая стрела душ. Но это магия по-любому. Большая душа мертвеца, синий деревянный щит. Shit. Happens. By homies happens. А-а-а. Повернуть их нельзя, да? Нельзя. А, так подожди. А вниз. А, вот лестница, вижу. Вижу, извините. Темно стало. Блин, а, ну сундук. Это такие здесь теперь ловушки еще есть, нифига себе. Да за курбой нахрен, сколько можно-то? Чего? Там еще кто-то есть. Камень фалоса как? Чего? Нормально смотри. А, двери открыли. Пацаны двери открыли. Я теперь везде стучаться буду. А, да вас там до хрена. Блин, по одному нельзя, что ли, агриться, эй. Но мне тут, по идее, будет сейчас хана небольшой. Так-то, если... А как ты отпрыгнул, скосив ноги такую? Да. Короче, достали вы меня. Серьезно? Нахрен. Тут сейчас тоже какая-нибудь херобора, блин. Нет. Кольцо жизни, большой осколок титанита. Здесь кого-то чпокнули. Ага, чуть-чуть жизни дает. Не, ну радужный камень, он, по-моему, сильно будет мне жизни поднимать. Маленький мел. Знак призыва. А, это чтоб меня вызывали. Насколько я...
Соображаю насчет старых этих. Подожди, это что такое? Колдовская урна. Небольшая глиняная. Глиняная. Глиняная, правильно написано? Что-то мне не кажется. Который заключен в волшебство, взрывается, нанося урон магии. Ой, да я ж бегаю этим чудиком. Это надо это. Ладно. С какой стороны-то? Ага. Так, там какой-то камень фаллоса какого-то нужен. У меня нет ничего, чем полечиться. Я немножко в замешательстве, ну да ладно. Чё, зеленый цветок. А, ну с первой части это, по-моему, выносливость восстанавливала, если мне память не изменяет. А ты типа местный этот, наебатого село? О, привет! Путешествуешь в одиночку в эти опасные времена. Я надеюсь, у тебя хорошая причина. Ох, да. Кто же я такой, чтобы судить? Пейт? Если ты здесь, там, своего рода ищу сокровища, можно так сказать. Будь осторожнее. Люди рассказывали о мерзких разбойниках, которые рады обобрать путешественника вроде тебя. Ну, ты им как раз и являешься, потому что как раз таки разбойники про это и говорят. Ах да, если пойдешь дальше, будь повнимательнее. Там совершенно точно спрятано сокровище, но дверь закроется сразу за твоей спиной. Я уже видел такой замок, и я уверен, что тут точно такой же механизм. Понимаешь, однажды я путешествовал с одним воином, но он решил пойти первым. Этот мужлан решил забрать все себе и оказался заперт внутри. Я до сих пор храню его кольцо, надеюсь, он не пострадал. А, мне кажется, я кого-то специально тоже шибанул. Лучше ты этим займись, то, что может быть там внутри, сильнее меня... А, сильно меня тревожит. Не пойду я туда. У меня сейчас ни жизни, ничего нет. Мне надо опять к бабке идти. Так. Что-то мне подсказывает, что надо валить отсюда. Блин, еще этот здесь. Я эти бочки... А если я сам взорву эти бочки, тогда мне его больше бояться не надо. Что он меня на повороте чпокнет. Хотя он меня так и так на повороте. Не на повороте. Хорош. Я боялся, что он кинет так, что бочки взорвутся. А вот. Ой, блин. А нахрена я бочки гранаты? Я же мог просто перекатом их за... Ой. Ну да, белушка, что сделаешь? Так, ну сейчас пока вроде все есть. Надо душу собрать. И этого убить. Ты меня все равно задел.
Нормально. Огненная бомба. Уже две. Почему здесь огонь нужен? 191 оценка. Это на какое-то Ипатово? Или что это? По-любому какой-то Ипатово. Подожди, а с разгона есть удар? Нет, даже не с разгона. С переворота. Я эту стену на мечом огненным задушу. Так, отсюда не работает. Это вот так. Да ты бей через стену, эй. Так, надо сориентироваться. Да что-то ориентироваться, мне далеко бежать надо. Нет бы сразу использовал эту. О, там саламандра была. Да мать твою. Ну, то есть косточку бы использовал заранее, да и все. Нет, душ просрал теперь еще. Иди сюда, взорви себя. Ты не понял, что ли? Кусок говнища. Все заново. Побежали. Нахрен. Иди сюда. Тебя-то я и не ждал, реально. Приперся же все-таки. Откуда они лезут? Где этот чудило? Слази давай. Мужику от удрал. Он куда-то провалил. А, вот он. Wait a minute. Меч же огненный, да? Тогда понятно. Вот они чё про этот сраный, этот фигню свою. То есть здесь... ни хрена.
То есть мне теперь не надо бегать через это все дерьмо. Вообще красава. Нормально. Сюда идите, говорю. Вообще хорошо. Блин. А. О-о-о-о. Больше нет никого желающего. Две фляги, мать его. Где мне сколки для фляг брать, если она так хреново все? Ну, конечно, блин, ты будешь огненными бомбами кидаться. Кто бы мог подумать, что так все произойдет. А я с катапульты не могу бочки убить. Наверное, нет, да? Нет, так я не могу. Так я тоже не могу. Эти там что-то ходят. Ходят. Чё ходят? Ладно, чё, сходим сюда в ловушку. Странно. Ты чё меня наебать пытаешься? Эй, где ловушка? Чё происходит? Вот это вот, наверное, звук был, что она закрылась. Да, да и... О-о-о, понятно, где ловушка. Да ёб вашу бочка сраная. Ну ладно, чё. Чё-то лежит. Какая-то мазь, наверное, анально-пенетральная. С такими ловушками. О, топор пехотинца. Чё за звуки-то? Вы зачем дерево бьете? У дерева есть ноги. Интересно. А, собственно говоря, в чем ловушка-то, я так и не понял. А, ну в смысле, ворота закрылись, и толпа вот этих выбежала, и все. И вот это вот ваша ловушка, да? Веселая ловушка. Эти вообще встали на месте. Все с вами ясно. Все понятно. Давай, до свидания. Парень, ты не к себе прыгнул, блин. Вот
этому вообще плохо. Ну и... Надеюсь, что тот храбрый воин тоже не потерпел неудачу. Будь осторожнее. Люди рассказывали о мерзких разбойниках, которые там... Да-да-да. Стоит взять это. Белый мелок. Эта вещь позволит нежити просить друг друга о помощи. Срывай через лом, ясно. Если повезет, кто-нибудь тебя выручит. Блин, я вот в первом Dark Souls... Нет, где-то я это использовал. В первом Dark Souls я, по-моему, кого-то вызывал тогда. Или нет. Короче, хрен. Поймешь, что сбоку банчик, я уже не помню. А, вот эта лестница. Это хорошо. Мне вот непонятно, что вот эти товарищи делают. Я боюсь туда просто так заходить, потому что как бы... Опять нет лечилок. Эти вдвоем здесь. Я пойду-ка лучше наверх схожу. Что это за звук был? Вы так не шутите, мать его. Легкий арбалет. Кстати. Блин, 12 ловкости, вы серьезно? 13 силы. Прикольный, но он, в принципе, ровно такой же топор, что у меня и вот этот вот, да? Но удар в спину или что это там означает? 25, или это баланс, типа, так сбивает? Значок показан. Да я же отсюда потом не верну ничего. Хрен дойду, называется. И сбоку бантик. Если меня сейчас здесь убьют. Так. Туда можно перепрыгнуть, что ли, получается? Атака. Ой. Я даже не заметил, что там кто-то лежит. Да. Но я вижу здесь много людей. Полегло, потому что с этими двумя тут сражаться будет вообще ништяк просто. Короче, откладывается это дело. Трупы шевелятся вообще уже. Идем к бабке. А может быть и нет. А может быть и да. Блин, сложно. Как бы здесь вот так играть, потому что... В отличие от первой части... Тут хилок ни хрена не дают. Две какие-то фляжки. И все. О! Ай,
хорошо. Потому что вот сюда, здесь я не был. Что у нас тут? Но, в принципе, вроде ничего такого. Самоцвет жизни, косточка возвращения. Это, то есть, намек на то, что здесь все лжец впереди. Здесь, наверное, писали этот стенка, там все такое. Стенка, Ленка, Прокопенко. Спокойно, мужик, мы только встретились, ты чё? Чё такое, блин? А здесь что? Тук-тук, есть кто дома? Ходу нет. Я не понял, что сейчас было. Почему было такое? Рукой как-то отмахнул, чё? А? Я же вроде не нажимал даже. Понятно всё. Здесь куда дорога? К боссу? Да на... Хрена себе меч каменный. И лежит, типа не сломается. Так он тогда не каменный, он даже железный бы погнулся. О, я увидел, я понял. Я так и думал, стоит спиной, не может быть. По-любому какая-нибудь дерьма атака, блин, будет. Кстати, эта атака, она как будто стан дает еще. Яма на расстоянии. Тот-то куда рванул? Я не понял сейчас. Куда-то монстр убежал. Там чел куда-то убежал. Я это видел. Хотел поджопника, получил. Янтарная трава, ну и херня. Правда, даже не знаю, что она делает. Надо посмотреть, все-таки будет. Но тут некуда идти. Ой, нет, там столько крови, так. Здравствуйте. Делегация такая. Это же Dark Souls. Тут как бы и без крови надо было понять, что будет хана. Блин, поэтому я не люблю, допустим, вот сейчас мне не очень прикалывает онлайн херня. Это потому что мне про ту стену, получается, рассказали, огонь нужен. Мне тут вот этот кровь я увидел. Хотя как бы и без нее понятно, что здесь звездец. Это ж Dark Souls. Ну да ладно. Кстати, алебарда. Чё для нее нужно? Может, с алебардой побегать? То есть, типа силовиком, но с чем-нибудь вот таким. Реально. Но она выносливостью жрет, конечно. О. Короче, да, алебарды надо расти, как я понял. Блин, зачем я... А, так это даже не к боссу.
Нормально. Огненные стрелы. О, к бабке дорога. Лифт. Для чего лифт, интересно? Куда он меня приведет? Неужели к тем ящерицам огненным внизу? Это будет тоже весело. И что, здесь больше ничего нет? Большой кожаный щит, самоцвет жизни. Самоцвет жизни — это хорошие штучки. Только их надо как-то искать, собирать. Лифт куда-то дальше едет, чего? Подожди, а тут не пройти, да? Или пройти? По лифтовой же пройти можно, по этой конструкции? Нельзя, блин. Зяблик. Ой, блин, мне кажется, я зря поехал. Вообще в подвал куда-то. Нет, туда прыгать точно не стоит. Заперто. Я не открыть хочу, я хочу забрать предмет. Наручи полого солдата. Наручи полого солдата. Наручи полого солдата. Они получше будут даже. А, ну солдат он получается помощнее вещь. Блин, всего два камушка. У меня души какие-то есть. А тут по-любому сейчас к боссу, да, дорога? Подожди-ка, я могу сделать... Мне просто интересно. Меня смогут призвать? Блин, извиняюсь, да, я как бы, если я делаю прохождение и такой херней страдаю. Подожди-ка, подожди-ка. Подвижность увеличивает скорость уклонения и других действий. Способность устоять на ногах при атаке. Ну кто-нибудь, ну вызовите меня. Эй, стой, стой, тут знак мой, куда ты побежал, ты дурной совсем. Не понял. Веб тире Немесис Ген, что? Меня шла разовать. А, вот общие показатели, это, блин. Кольца нет, ничего такого. Большие камни не хочу тратить, потому что они, ну, по-любому дают дофига.
Можно метательные попробовать поставить, хотя для чего они нафиг нужны-то? Так, факел получается 10 минут у меня написано, можно использовать. Не, это, наверное, бесполезно, это вообще. Люди забыли, что это такое. Столько лежит всего. И вот как туда попасть еще? К этим ящерицам. Я пришел оттуда. Бабка сверху. Ну, в смысле носить наверху там. Ты на кого, дурон? Я вот этого реально сейчас не понимаю. На кого она переключается? Враг рядом, она вниз на кого-то переключается. Подожди, поножи же у меня уже одеты, не? Пехотинец, солдат. Походу нет. А, ну сюда ты вообще не пройдешь. Блин. А с чего я, дурень, взял, что там босс? Как бы. Только сейчас доходит, охренеть. Тут же тоже был туман, я думал, здесь босс. Я также мог призыв и здесь оставить. То есть там, если не босс, то меня никто... Ну, как бы, я нахрен там никому не нужен. Так-то, если разобраться, не? Це. Это вот уже интересно. Ладно, поползем к бабке, сходим. Там, потому что... А, там за 12 тысяч же можно было ветку купить. Этой веткой можно было разморозить бабу и пройти, получается, дальше. Слушай... Блин, надо было сразу большую бахнуть, да и все, и не париться. Ну да. Ладно. Да хотя из большой еле накопилось. Бабуська. Да-да-да, это я. Купить предмет. Шапку можно, конечно, было бы взять. Вот 12 тысяч. Вот ветка, 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 ветка. А вот этот каменный фалос, блин. Ладно, берем ветку. Хи-хи-хи-хи-хи. А не, подожди, я же могу еще шапку взять. Блин. Возьми, если так хочешь, что? Кольцо с серебряным змеем. Что, подожди. Меня зовут Мелентия. Ты странствуешь по этим землям? В эти дни только странники и заходят. Местные то все разбежались. Давным-давно здесь отгремела война, и Дранглик превратился в кучу щебня. Это было, когда гиганты перешли море. Ага. Кажется, битва никогда не прекратится. А кажется, битвы никогда не прекратятся. Беднякам вроде меня даже негде прилечь поспать. Поэтому я и ношу все свои вещи с собой. Но я вижу.
Хотя ты путешествуешь нелегко, но кажется, у тебя есть... Не убежишь, это время всегда с тобой. Кстати, бабка, ты в натуре лазишь, блин, тут этот. Со всякой фигней. Блин, может камушков у него купить? Хотя намного-то меня не хватит. Я шапку куплю. Говорят, эти деревья выросли на останках гигантов. Из каждого тела проросла новая жизнь, такая, какой ты видишь ее сейчас. Стало время идти дальше. Когда увидимся в следующий раз, дорогуша, у меня будет что тебе предложить. Так у тебя еще что-то? Ой, это страшно. Ну ладно, что. Смотрим шлем. Он же там был с каким-то эффектом. Да, увеличивает шансы найти предмет. Одеваем. А, кольцо. Еще кольцо, кольцо, кольцо. Еще какое-то кольцо. Кольцо серебряного змея. Серебряное кольцо с изображением змеи одновременно. И слуги. С изображением змеи одновременно и слуги. И воплощение бога жадности Зиндера. Или Зиндера. 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 Так, традиционная жадность считается грехом, но лишь трус боится любой тени. Это как этот, жадность, это один из самых прекрасных грехов, потому что он предостерегает тебя от совершения других. Вот. Оденем змеиное кольцо, чё. Все ништяк. И, блин, я заколебала ходить, использовать. Ой, какая зеленоглазка-то. С моноклем еще с таким. Ладно, что ж, на этом, наверное, закончим. Вот, всем спасибо за просмотр. Приятного еще времени суток. Давайте, не зевайте. Как-нибудь еще услышимся, снюхаемся.